сказку «Цыганочка», записанную в селе Романовка Шанталинского района Самарской области. Записана она от Артемия Владимира Семеновича 1940 года рождения. Записана участниками Самарского центра традиционной культуры руководитель Давыдов Андрей Михайлович. Любопытно то, что Андрей Михайлович зафиксировал обувь плясуна. Это лапти с некими деревянными набойками или каблуками, наши сделаны из клёна. Так вот, дедушка рассказывал, такие использовались в демисезонье, чтобы лапти не промокали. Или когда средств на войне не было, а плясать очень хотелось. Галочка, пожалуйста! Yeah,